Минувшие выходные были богатыми на спортивные события. В субботу в столице Ненецкого автономного округа на Качгартинской Куре прошли соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова «Буранды». В этом году снегоходные гонки прошли в Наринмаре в 25-й юбилейный раз. В них приняли участие около 60 спортсменов. В тундре снегоход – самое надежное транспортное средство для оленевода, рыбака и охотника. Еще в 70-е годы Ненецкий автономный округ стал первым полигоном для испытаний снегоходов «Буран». При численности населения в 48 тысяч человек. За это время в округе было продано более 14 тысяч «Буранов». Точка отчета традиционных окружных гонок на «Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года, когда под патронажем депутата Государственной Думы Российской Федерации Артура Челенгарова прошли первые гонки на снегоходах «Буран». На старт в районе Качгартинской Кури вышли 90 участников. Трасса проходила вокруг города Нарьинмара и состояла из 6 кругов общей протяженностью 50 километров. Артур Николаевич, вот в 1997 году, когда эти гонки только зародились, вы думали о том, что это вырастет в такой громадный праздник? Нет, не думал. Надо было принять решение, чтобы занять людей, которые остановились. Здесь живут, работают. С работой были проблемы, поэтому соревнования проходили в очень непростой обстановке, но с душой. И самое главное, что соревнования были отечественное все производство. Все «Бураны» – это только российского производства. За эти 25 лет с момента первых стартов снегоходные гонки превратились в большой спортивный праздник и стали, по сути, визитной карточкой Ненецкого автономного округа. Основной акцент был сделан на самих участниках соревнований, на гонщиках. Именно с ними согласовывалась трасса. Они подсказывали, как ее правильно сделать. В этом году есть специальная палатка, где можно сделать техническое обслуживание снегоходов, где можно попить чай. Собственно, гонщики являются самыми главными людьми на этом празднике. А мы гости, мы пришли посмотреть. И очень приятно, что сегодня прилетел Артур Николаевич. Собственно, его именем названы эти соревнования. Прилет в Наринмар Артура Челенгарова, основателя снегоходных гонок за Полярным кругом, стал настоящим сюрпризом для гонщиков, болельщиков и зрителей. Они очень тепло приветствовали его на торжественном открытии соревнований. Надо отметить, что атмосфера праздника, а это не только гонки, но и яркие зрелищные выступления артистов, объединила сотни горожан и гостей Ненецкого автономного округа. Партнером праздничных мероприятий стала компания «Лукойл». Компания «Лукойл» продолжает активно поддерживать проведение этого мероприятия, оставаясь главным спонсором соревнований. И нам действительно очень важно поддерживать те традиции, которые объединяют вокруг себя людей, как проживающих в этом непростом, суровом крае, так и работающих в этом регионе. Старт дан, дорогие друзья. Итак, Артур Николаевич дал старт женскому заезду. Вот рев моторов. И снегоходы устремляются на трассу. Первый официальный заезд по традиции женский. В классе «Буран» среди женщин первое место заняла Елена Стремоусова. Второе место у Любови Балакшиной из Андига. Она одержала победу в прошлом году. Спортсменки поменялись местами на пьедестале. Третье место заняла Дарья Христолюбова из Лабожского. Каждодневно нужно физическую нагрузку на себя, тренироваться. Помимо того, что ты на трассе, нужно приходить в зал. Физическая подготовка должна быть у каждого человека, точнее у гонщика, потому что это не так просто – сесть и выехать. В классе «Буран» среди ветеранов первое место занял Василий Рочев. В этом заезде он участвовал впервые, ранее всегда соревновался в основном. Я всю жизнь участвую. 23 года я в этих гонках. 23 года. С 97 года, только вот перед пенсией вот 2 года не участвовал, пропустил. Второе место в гонке среди ветеранов занял прошлогодний победитель Василий Попов из Макарова, третье – у Алексея Хаймина. В основной и самой многочисленной спортивной категории среди мужчин на снегоходах «Буран» победил второй год подряд Дмитрий Ванюта из Нарьинмара. Финиширует спортсмен под номером 7. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ожидаема была эта победа или нет? Нисколько вообще. Ожидаема для других людей было. Я вообще не ожидал просто. У других людей быстрее «Буран» ездят, чем у меня.
Дмитрий, конечно же, поскромничал. Стать победителем в основном заезде среди мужчин непросто. Здесь очень сильные соперники. Второе место в гонках на буранах занял Кирилл Чупров из Красного. Третье – Александр Коткин из Андига. Битва за победу в свободном классе была очень жаркой. Финальные результаты оказались неожиданными. От одного из гонщиков поступил протест о нарушении, зафиксированном на видео. Протест поменял расклад первых мест. Свободный класс – довольно непредсказуемый, гонка проходит очень динамично. Это совершенно другие скорости. На каждом прямом участке, на каждом повороте позиции могут меняться. Победителями, судя по результатам всех заездов, в этом классе должны были стать братья Стремоусовы из Красного. Однако они схитрили. Двое братьев остановились, не доезжая до финиша. И в финальном заезде пропустили вперед еще одного своего брата, чтобы он смог набрать больше баллов и в итоге стать бронзовым призером. Судьи, болельщики и участники спорили больше часа. Главным победителем в результате был признан Алексей Стремоусов. Второе место занял Владимир Пуляев из Нарьян-Мара. Третье – Владимир Кожевин из Красного. В 25-м юбилейном году культурная и спортивная программа праздника была самой разнообразной. Зрители смогли увидеть в небе над Качгартинской курьей несколько выступлений пилотажной группы Федерации спорта сверхлегкой авиации «Крылья России». На сцене выступили приглашенные артисты с северным шоу «Йети». Еще одно шоу-программу продемонстрировал театр каскадеров «Ярфильм». На празднике работала ярмарка, сделана в НАУ, и ресторанный дворик. Телеканал «Север» готовит к эфиру большой репортаж о спортивном празднике, который покажем на этой неделе. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».